Джорджия, завтра! В детстве ты мечтала стать пожарным. Кто, я? О, да. Будь ты мальчиком, мечта бы сбылась. Девушка не может быть пожарным? Чушь. План такой. Я внедрюсь в отряд и поймаю поджигателя. Волосы – машинное масло. Бицепсы – манго. Ну, а усы... Что? Вот я и здесь. Это ты, новенький? Я тебя знаю? Шевелись, опоздаешь. Так, отряд, за работу! Живо! Не спеши, Джо! Сперва проверь! Напор воды. Весь день сидела дома? Да, как и вчера. Сохраняй спокойствие! Джорджия, я пришел! О нет, я хочу домой! Блеск. Назад! Нужно уходить! Капитан! Капитан, я там что-то видел! Я сейчас! Нет-нет-нет-нет, Джо! Да что же это такое? Я капитан или нет? А ну, покажись! Ты меня не напугаешь? Напугаю! Ты просто самозванец! Твой обман едва не стоил жизни нам обоим. Я отец Джо. Меня дома ждет дочка. Ты понимаешь? Да, еще как, правда. Забавно. Ты напоминаешь мне дочь. А, правда? Да, забавно. Не будем терять время. Эй, крути руль! Я лучший водитель. Мне нужен бодрствующий водитель. Начнем наше представление! Серьезно? Если я поймаю поджигателя, мир изменится. Ну, давай, Джорджи. Я стану первой женщиной-пожарной. Великолепный костюм. Усы совсем как настоящие. Шерсть собачьей попы.